участниками, участницы под номером 60, Казанцева Светлана, студия танца на пилоне Фрея. Эта участница представляла город Днепр, друзья. Мы готовимся к следующему выступлению. Напомню, что сегодня у нас обширная география участников и участниц. Дорогие друзья, мы всех приглашаем на наши фестивали, о которых я расскажу еще немножко чуть позже. Но напомню, что сегодня на протяжении всего нашего фестивального дня в зале работают фото и видео специалисты компании «Репортаж». Не забудьте обратиться к ним, чтобы унести с собой самые лучшие яркие моменты ваших выступлений на фестивале «Fly Dance Fest». Ну и, конечно же, мы объявляем о хэштегах, которые вы можете использовать для того, чтобы поделиться со своими друзьями в социальных сетях. Специальный хэштег нашего фестиваля «Fly Dance Fest». Используйте его, и вас обязательно увидят, друзья. Мы продолжаем. Под номером 61 мы приглашаем нашу гостью из города Кривой Рог. Сафоненко Екатерина, пол-арт-школа «Магия движения». Ваши аплодисменты, друзья. Поддержим участников. Из города Кривой Рог. Мы продолжаем знакомить вас, друзья, с нашими партнерами. Стики Молли, украинская торговая марка, которая стремительно завоевывает популярность среди многих известных студий Pole Dance Украины. Стики Молли производит качественную жидкую магнезию, воск для сцепления с пилоном, ну и, конечно, прочную необходимую экипировку для полдэнсеров и не только. Мы учитываем все пожелания наших клиентов и улучшаем качество нашей продукции. Мы продолжаем, друзья, наш фестивальный марафон. Встречайте на нашей площадке участницу от студии танца на пилоне «Фрея». Фестивальный номер 62. Город Днепр представляет Рыбакова Дарья. Ваши аплодисменты, друзья, встречаем.
Ти починаєш мій день на світанку, не стриманим літнім дощем. Ти апельсиновий сніг до сніданку, на вході з яскравим плащем. Ти залітаєш вікно по обіді з літром, щоб через сну. Знову темне волосся в кафе незнайомки, від тебе вечірний привіт. Фраза в кіно на останній хвилині дає несподіваний слід. І не залишила вільно місце ти в моєму житті. Твоя зброя. Я думаю.